Здравствуйте. Здравствуйте. Я ваш подписчик. Да. А вы давно в Белгороде живете, если не секрет? Не секрет, с 84-го, кажется. А вот знаете, я вам могу рассказать моменты из истории Белгорода малоизвестные, которые вам, возможно, вам будут интересны. Вот где, где находится первый девятиэтажный дом в Белгороде? Ну, я вам даже да, то есть, если хотите, отгадайте, а хотите, я могу вам сказать, когда он впервые был возведен. Скажите. Дата 65 или 66? Это в центре, по-любому. Ну, да. А где конкретно? 65-66. Ну, ладно, не мучайтесь. По Попова сразу за старым кладбищем. Там девятиэтажка, знаете? Ну, вот. Да, а вторая? А вторая чуть подальше, та же, там, где с Попова троллейбус сворачивает на Мичурина. Там такая плаза есть, и в глубине там раньше был гастроном, сейчас не знаю что. Это... Вот там была вторая девятиэтажка. Я буду из Торонто. Да мы с вами беседовали, вы уже забыли. Как-то вы даже это, обиделись на мой троллинг. Сами троллите, а троллинги не воспринимаете. Ну, в смысле, я обиделся на вас троллинг. А? Ну так, как-то с, ну, само, слили меня. Я начал вас, так сказать, по... ну, типа по... как коллегу троллить. У меня тоже небольшой канал есть. Вот, и вы вот опять. Пожилой, да, бать? Я просто не пойму, плохо видно тебя. Да ну что, как орать? Ну пожилой, что это, сайт знакомств? Как общаться с тобой? Ты где стримишь? На Твиче или где? Или на ТикТоке? Да, на Твиче. А ты что это, батя? За кого топишь? За кого топишь? За Манчестер Юнайтед. Не, поддерживаешь, я имею в виду. Украина и Россия. Кого поддерживаешь? Я против Украины. Ты за Россию? Ну, действия России мне тоже не совсем нравятся, но против Украины. Красавчик. Красавчик, батя. Я с Донецка, с Донбасса. Ну, я вижу, что ты с Донецка, да. ДНР, я в курсе, ДНР. Украина меня пиздует, батя. С НАТО вместе на парочку уже 8,5 лет. Я в курсе, что я же... У меня тоже 4 года общаюсь с рулетки, да и без рулетки знаю, у меня знакомые есть. Я тебе скажу больше, у меня есть коронная фраза. И так названо даже около 60 серий моих роликов. Украина – гнойная отрыжка коммунистического режима. Пиздец, в натуре это черти конченые. Нравится, батя, ты... нравится тебе фраза? Да, пойдет. Батя, ты знаешь, что они в церквях на баяне играют и танцуют? Да знаю. Много тебя смотрят сейчас? 63. Человека или тысячи? Человек. Ну, да после... я недавно, батя, пару месяцев. Ну смотри, я сам укров троллю. Пускай заходят ко мне. А вдруг война с империалистическими хищниками? Был. У меня не было вопросов. А вопрос, вопрос такой, есть ли у тебя ко мне интересный вопрос? Да, есть. Задавай. Ты типа сравниваешь, что было и что стало, или как? Ну я просто ретро-фотографии сейчас вот папку открыл. А бывает разные открываю. Ничего я пока не сравниваю. Прикольно. С какого города будешь сам хотя бы тогда? Я хотя бы буду из Харькова, а ты хотя бы из Гомеля, да? Стопудово обосраться можно. У вас что тут, где-то написано, откуда, блядь? Что за город? Ну, я в спецслужбах работаю, я все знаю про тебя. У тебя есть нормальные вопросы? Мне можно начинать бояться то, что ракета прилетит ко мне в хату скоро. Да нет, с чего тебе ракета прилетит?
Ну, хрен его знает, ё-мо. Ты же говоришь, что ты в спецслужбах работаешь, ну, в ВСУ или в чем ты там? Ну, в чем ты в ВСУ? В ВСУ нет. ВСУ это отмороженная служба, это же не спецслужба. Спецслужба ракеты не запускают. Спецслужба ракеты не запускают. А Украина это вообще... Ну, я понимаю, не а Украина это вообще гнойная отрыжка коммунистического режима. Вот тогда можно говорить, пидоры, укропы, подставляйте жопы нахуй. Ну, круто. Я сказал то же самое, только интеллигентными словами. А ты рабочий крестьянский. Ну, скажем так... Но тем не менее, я вижу, ты парень... Скажем так... Ну, говори, говори. На Новый год, короче, я с товарищем Леляком, он говорит, к твоей днюхе, то есть это вот, ну, в апреле у меня днюха, говорит, Бахмут будет наш. Я тогда сказал людям, ну, получается, попались такие недо, блядь, ЗСУшники и прочее, вот так вот. Тут, блядь, да какой Бахмут будет ваш, вы пизда? Итог какой, видишь, март месяц, нахуй. Апрель это все, это пизда, разъебут. Ну, понятно, нахуй, понятно, забью... канале. Да слушай, весело сегодня, весело. Столько нажористых укров, что, блин, глаза разбегаются. А я все хотел сегодня поймать укроблогершу Гришилу, знаешь такое? Нет, не знаю. Ну с толстой мордой тёлка с кривого рога. Она, это самое, подсмеивается над россиянами, что они английской не знают. А сама так говорит безобразно, ну не то, что безобразно, по сравнению с другими укроблогерами, может, она неплохо говорит, но по факту с ошибками. Хотела ее поймать. Слушай, поймать хотела. А как она выглядит вообще? Ну толстая, понятно, она где-то в кресле сидит или как? Ну, мы все в кресле сидим, почти что. В кресле сидит, да. Ну наберешь, Ирина Гришила, попадешь на нее. Ладно, попробую, просто ради интереса. Она такая, в смысле... Каждый день сейчас стримит, типа, как активный укроблогерша. Ну, хоть что-то полезное несет, нет, интересное. Да, она троллит в основном. Но я хотел и перебить ее троллинг, так и не получилось. Кира Орлова тебе привет передает. Кто? Кира Орлова. А, ей тоже привет, да. Ты что, ну, ты в Дискорде сейчас? Нет, у меня стрим идет. А, стрим? А что-то у меня... Я что, у тебя подписан? Какой-то другой канал у тебя? Какой у тебя сейчас канал? Ну, он называется «Свердловчанин стримы». А, стримы. А то я просто на «Свердловчанина» подписан. Ладно, сейчас зайду. Народный. Сейчас зайду. Его давно уже снесли, тот канал. Сейчас зайду, поприветствую. Ладно, давай стриму привет, сейчас зайду. И здесь, на этом перекрестке. Привет. Как оно? Да ничего, потихоньку. О, и картинка лучше. Сразу видно. Да, а я тебе сейчас еще картинку другую покажу, обожди. Тут эта рулетка позволяет сделать... Сейчас появится. Я тут встретил сегодня, знаешь кого? Самого разработчика рулетки. С ним побеседовал. А кто это? Ну, он из Хабаровска, Михаил. Ну, так он, судя по разговору, вот картинка, нравится. Вот. Угу. Не грамма салом москалям. Ну да, да. То есть ты виртуальную камеру включил? Да, да. Вот эта рулетка не банит за виртуальную камеру. А та вот бандеровская рулетка, она вообще не принимает. А эта банит, вот которая 24. А это нормально все. Угу. Привет, я передаю. Да я зайду потом. Я сейчас хочу усы Столыпина поймать, никак не могу поймать. Ты его не ловил, Саня? Не попадался? Не, я недавно вышел. Я тоже ходил в этой сисяточной. Ты сейчас на хитрый ход 2 же, да? Да. Я смотрю, там у меня ключа нет. Ну зайду, если не против. Да у меня там что-то слетел. Там послетали все, а потом уже начал уже это самое. Восстанавливать всех потихоньку. Понятно. Ну давай сейчас прямо зайду. Ну ладно. Ну ладно, потом зайду, поприветствую, Даш. Давай тогда, стриму привет. Давай, я к тебе периодически забегаю. Ты ж долго стримишь. Да я вижу.
Я по принципу, что коту зайти я завсегда успею. Ну давай, успехов. А вдруг война с империалистическими хищниками? Здравствуйте, рад вас видеть. Сколько лет, сколько зим. Взаимно, взаимно. Стриму привет. Ростов... Я знаешь, кого сегодня встретил в этой рулетке? Кого? Самого разработчика. С ним побеседовал минут 8. Ну, похвалил его, хороший, это самый, движок у него. Ну, народу пока мало, это понятно. Движок хороший, виртуальную камеру можно включить. Ну, красавчик. В отличие от других рулеток. Не, ну он красавчик на самом деле. Да, да, да. Он сам с Дальнего Востока, да, ну я это... Сейчас я даже покажу это, продемонстрирую виртуальную камеру. Сейчас... Да, давайте посмотрим. Я не против. Сейчас появится. Сейчас появится. Нет. А, ну да. Ну нет, что-то сбилось. А вот, появилось. Во-во-во! Прикольно. Согласен, больше даже прикольно. Хромакей есть хромакей, но работает. Да, да. Ладно, стриму привет, сейчас зайду. Поприветствую. Спасибо, Олег, большое. Вам тоже от стрима огромнейший привет. Ты же под основным каналом Ростовский енот сейчас стримишь? Нет, с резерва, там страйк у меня висит. Ростовский енот лайв. Лайв, по-английски лайв, да? Да. Сейчас зайду, поприветствую. Спасибо большое. Привет вам огромнейший. Может, ты ключик мне дашь по знакомству? Ну, вам дам, даже сейчас... речи не может идти, сколько мы с вами знакомы. Да, сейчас зайду, да. О, да. Сколько. Да, понял. Давай, пока. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не искушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские — это какой, чей, отвечает. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Они ж передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22-м году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не была еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. А вы не знаете, не спокойно? 60 кілометрів від кордону з Польщею. Ага. Як ви думаєте, яка це може бути область? Сумська? Сумська область межує з Польщею? Не смієтеся? Суші сім'я, а вивітем за родную Росію, як усі їх Росію. И по Конституции, еще раз заявляю, власть Харьковской области твердая и сильная. Мы не позволим никому учить нас жить. Я заявляю вас, в Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Львовской власти. Будет только Харьковская, будет только Харьковская власть. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор у нас есть достойный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40.